Девочки, чап-чап-чап-чап. Здравствуйте все, родные, дорогие друзья, зарубежные гости, дамы и господа. Просто классные люди. Это все шутки, дамы и господа. Мы все просто люди хорошие. Девочки, как вы все знаете, сегодня суббота. У меня сегодня... Я мама выходного дня. Буду ребенка кормить. То, что заказал, то и приготовлю. А заказал раз в неделю, диету нарушаем. Так захотелось жареной картошки. И сам взял себе сырки. Ой, малыш испугал меня. Девочки, кто мне вчера сказал, что у меня мыша пробежала? Вы меня хоть не пугайте. Тут мышей не должно быть в кухне. А я теперь буду сидеть, девочки. Девочки, захотелось ребенку плавленые сырки, яйца он поставил варить. 6 яиц сварю. Ну, на сырок 2 яйца, правильно? 3 сырка ж будет. Вот. Чеснока сказал, не надо, не хочется чеснока. Я говорю, ну, мамочка, хоть один зубочек. Ну, один давай зеленого лука. Говорит, что будет плохо. Я говорю, я не знаю, попробуем. Только чесночок тоже надо, хоть один зубочек. Я права, как всегда. Я шучу, девчонки. Ну, все, сейчас. Мяса сказал никакого. Я взяла ему две филешки куриные. Сказал, не хочу. Вот, взяла две филе. Я говорю, давай, может, отварю. А можно отварить, даже нашпиговать морковочкой. Сейчас что-то придумаю, девочки. Сейчас покормлю сначала, бо хочет кушать. Вот зеленый лучок, девочки, взяла. Рассыпался только. Класс. Вот это, девочки, 20-ка. Гляньте, какой лук, да? Нафиг у тураком стоит. Ну, огурцы вот такие. Сюда. Сказала, огурца не хочет. Гляньте, лучок какой. У меня такой никогда не растет. Так, девчата, картошки сейчас почищу. А, девочки, взяли еще помидоры. Девочки, кто с Украины, помидоры ВТБ. Вот эти розовые, ну, правда, дорогие, 140. Но на базаре они 200-250. Летом таких помидор вкусных не бывает. Я вам честно говорю. Мягкие, ну, как, сочные, не твердые. Хрумкать не надо, как это жамать вот все время. Вкусные, помидором пахнут, вкуснятина. 140 гривен, ВТБ, розовые. Ну, взяли. Я просто вчера сыну такой большой брала один, старшему. Вот, пришла, он не хочет. Говорит, я не хочу ни помидоров, ни огурцов. Вот огурцы ему брала вчера, и помидор. Сказал, не хочу ничего сейчас. Вот. А я утром взяла вот то. У нас вот такое, девочки, утро было. И день тоже. Ну, вот это, продолжение утра. Вот это 4 помидора, девочки, тут. Один вот этот большой, наверное, грамм 400 есть. И 3 он, ну, 4 штучки взяли. Ну, один он сейчас кушает, а 3 заберет с собой. Это мы так договорились. Все, девчата, сейчас я потом вам покажу, что там. Майонез купили ж на салат. Майонез на салат. Салатный. Ой. Ну, это он взял. Я говорю, давай нормальный майонез. Не надо. Я говорю, ну, он все равно одинаково делается. Мне кажется, если ты не положишь то, что надо в майонез, он не собьется. Ну, правильно? Как он может обезжиренный? С какого он масла тогда сделанный? С воды сбился или что? Я не понимаю, как это может быть. Легкий майонез. Как? Ну, вот если майонез надо, да, яйцо, лимонная кислота, там горчички, соли, сахар, кто что хочет. И постного масла. 200 грамм. Так а что туда, масло не положилось, а постное? Сбилось только вот это, мазило вот это. Какая чушь все. Девочки, самая тяжелая капустина. Большую взяла капустину. Пока мы за рулем, мы скупились. И сырок он себе взял посыпать картошечку сверху. Все, вот это хочет салата и помидор, никакого мяса, никакой колбасы. Если колбаска, еще ничего не купит. Девочки, томатную пасту взяла. Ну, паста всегда нужна в доме. Все, а то капустина, наверное, 5 кг. Так, родные мои, на улице теплый. Я хотела одевать кроссовки. Пришел сынулечка. Говорю, мамочка, что там на улице? Жара. Ну, думаю, жара, как и вчера, все равно ветровку надо накинуть, правильно? А вот. И вышла ветровка, так, в футболке. Ну, шлепанцы, хотела кроссовки, шлепанцы. Все, я типа, уже кроссовки в этом году, лето вот это началось. Я уже не, даже если снег выпадет, ну, шлепанцы, мне уже надоело. То кроссовки, то шлепанцы.
Косоках мне жарко, ноги горят. Все, в шлепанцах. Девочки, никуда сегодня не поехала. Хотела вчера поехать на базар, я же вам рассказывала, прогуляться. Да какой там базар? Утро было такое, что хай Господь милую. Не спала. Ну как утро? Во сколько? Гепанье началось. Наверное, где-то... Ну, 4 часа, наверное, где-то вот так. Да. Ой. Со всех сторон на нас летело. На Днепр. Прилеты. А потом где-то уже... Вот уж потом уже сил нема на нервной почве. Пошла кофе сделала. Это было где-то, наверное, начало 7-го. И то выпила кофе. Вот. Ну, а потом оно на нервной почве начало... Вот мы как поели с Олей вчера борща. Ой, девочки, такой борщ с килькой. Я вон две кильки... Две взяла, одну сыну оставила, а одну принесла. Вот, они сейчас по акции. Вот это, что я вчера борщ варила. Так. Такая вкусная. Такой борщ вкусный. Девочки, ну как это? Я... Дик, слез. Ладно, лежи. Вчера Жоля постелила все чистое там. Нюхает, нюхает. Понравилось чистое? Шея к девочке купила им. Ну, Дик, наверное, все улупил. Ну, я килограмм купила, не все дала. Грамм 700 дала. Он 300 грамм на столе, потому что пока малыш одну съедает, Дик 10. Дик, наверное, все налупился, а малышу дуря. А малыш, наверное, с одной где-то там мотыляется до сих пор. Наелся, хватали как бешеный, как будто сроду мясо не ели. Девочки, опять пришла. Полная мыска вот этих хрущей. Я вчера снимала видео. Мне написали люди, что это хрущи, что они корни грызут. Ой, кошмар. Целая мыска, девочки. Кстати, сын мне говорит, ма, нашествие по всему городу вот этих хрущей. Так, я, девочки, за 65 лет такого еще ни разу не видела. Это ужас один. Разная нечисть, Господи, Боже мой. Ну и все, девочки, какой базар уже было настроение. Во-первых, никакая почти ночь не спала. Вот вздремнула, наверное. Даже я не знаю, как я могла и вырубиться, потому что почитала, что там самолеты взлетают. И когда будут ракеты, в какое время у нас. Ну и все. Сразу уже. Не знаешь, какую молитву читать. И главное, кто это девочки делает? Разблять вашу мать собачью. Те, кто должны куском хлеба делиться и помогать друг другу. Ой, вчера, девочки, позаметала вот во дворе вот эти ореховые вот эти сережки. Все ж позаметала, шлангой все хорошо. Выдраила весь двор после вот этих бурь с Сахарой. Девочки, все желтое. А вчера и дождь прошел. Грязный дождь какой-то. Машины все кругом, все грязные после этого дождя. Прикиньте. То пески какие-то желтые, непонятные. Ну, хватит ему 4 карташины. Да лучше еще одну. Хай лучше останется. Вот. Кошмар. Что в природе. То боженька уже психует. Так людям дана жизнь такая короткая. И так вот, чтобы ее уничтожать. Сейчас вот те хрущи. Оля вчера взяла, вылила их. Ну, что же их вылить? Я их хотела уксусом залить. Думаю, я на них сейчас сверху уксусом полью, и, может, они сдохнут от этого. Потом вот уж я пришла... А где? А она воды им наливала, как только пришла, когда я еще тут забирала что-то, когда кушать мы только шли. Малыш, это ты, я уже испугалась, думала, мыша. Вот. А она взяла, вылила это. Вылила их. Вот, ну, я говорю, я хотела их или кипятком обдать, или что-то, это уничтожать надо. Этих тварей. Приходишь каждый божий день вот такое вот. А она взяла их, шуранула. Так, девчоночки, помыла картошку.
Сейчас маслечко налью. Масло тает, тает. Масло тает на глазах. Так, девочки. Сейчас лучка кину сначала. Хай прижарится, чтобы запах был хороший. Вот этот весь. Лучок любит. Меня все лучок любят, слава богу. А я еще и вареный люблю. Целый. Ой, обожаю. Девочки, как мы вчера, борща мы всего понемножку, девочки, потому что бывает борща налупимся солью, что потом уже ничего не хочется. А то мы просто, наверное, да даже не по 2 полоника, наверное, меньше, чем по 2 полонечка борща, он же жиденький, такой, девочки, вкусный, это килечка, ой, это так вкусно, такой вкусный, это заправка вкусная. Короче, во, со сметанкой, то, что надо. И это, а спагетти эти, с чесночком и с пастой, с томатной, с петрушкой. Ну, спагетти, правда, мы понемножку взяли, а потом еще по 2 порции взяли. И по 1 сардельке горячей. Девочки, это так все вкусно. Так, такая жизнь хорошая, если бы не было вот этого всего. Да не надо то богатство. Покушать, он есть, с постного борща наварить и спагетти. Что это дорогой обед, девочки? За 40 гривен пачка спагетти, так что мы его съели, Оля забрала. И сардельки, ну вы же видели, забрала. И спагетти все высыпала. Я ей говорила, возьми на работу себе спагетти. Чей это? Борща. Она говорит, нет, говорит, я лучше спагетти возьму, вилочку возьму. И говорит, лучше я спагетти покушаю. Я говорю, ну кушай, что хочешь, лишь бы покушала. Сейчас, девочки, картошечку как в Макдональдсе сделаем. Да эти спагетти, девочки, каждый день можно варить, они не над... А так вот, если сварить с маслом, не, вот так вкуснее. Вот так вкуснее. А уже, да вот так, что угодно. Котлетки, шматлетки, что хотите. А сарделька вот эта говяжья, это вообще песня. Когда вкусная сарделька. Девочки, вот так, знаете, вот если на стол, вот, например, да, на стол положили сардельки вот такие горячие, отбивные какие-то. Я бы сардельку взяла. Я вам честно говорю, я колбасу люблю. Я колбасная душа, но не люблю, девочки, сильно сухую колбасу. Нет, это не мое. Не то, что там жевать ее. Ну, я просто не люблю. Что это за еда? Сильно сухая колбаса. Сырокопченая, да. Ну, как я вчера взяла. Какая? Ой, я забыла, как называется. В этом же киоске, где я беру сардельки эти говяжьи. Что нам будет? Сейчас уже сирена, почти больше 2 часов. Ну, гэпнула было хорошо, где-то в 11 часов. Я только окно открыла в спальне. И села очки протираю. Оно как дало, я как рванула в прихожую. Забыла. Вспоминаю, как это колбаса. И всегда знаю название. Вот всегда, как захочется колбаски, я ее беру. Девочки, забыла. Она по 300 с чем-то килограмм. 310, по-моему. В общем, 310-400. Какая раз? 20. Уже если 300, то уже чепуха. Десятка, двадцатка. Ой, зараза, забыла. Но я ее, кстати, больше нигде не встречала. Не помню. Она там лежит в коридорчике, подписана на палке. Я потом вам расскажу. Очень вкусная колбаска, мягенькая, вкусная вообще. Не темная, она такая светло-розовая, ну, розовенькая. Вот зараза. Прям хоть бери, бросай, то беги, посмотри.
все, картошечка, все, я думаю, хватит. Так, все, с этим все покончено, с картошечкой. Так, девчоночки, сейчас лучок помою, правильно? Сейчас все сделаю, мои сыночки родные, чтобы мамка не сделала. Вспоминаю колбасу. Ну, представляете, думаю. Хожу, думаю. Так, девочки, перевернем доску. Бежать мыть ее никто не будет. Оля все доски сюда послаживала. Я потом уберу. Так, это чисто, девочки. Просто водичка. Нам же она не нужна. Не нужна. Еще. Вспоминаю, сижу, как эта колбаса. Ну не растудит, твою мать. Вечно как влепешусь в что-нибудь. Так, сейчас, девочки, глянем, что тут за сырки. Ну, взял вершковый. Вершковый, сливочный. Я его буду толкушкой давить, никакой теркой, чтоб на терке все осталось. Да, мягкий, вершковый. Вот зараза, всегда ж подойду и смотрю на эту колбасу и знаю, какая колбаса. Ну. Так, девочки, зубок прям чеснока, потому что без чеснока будет не то. Лук, луком, а чесночок хоть один зубок. Попросил. Говорит, а будет вкусно? Я говорю, не знаю, мамочка, ну, хоть один, пожалуйста. Ну, один давай. Ну, один так один. Вот тогда, помните, что-то просил. Что-то просила я три, да? Что-то здесь. Картошку чешу, не помню. Мало ли что, да? Дитине с кем-то надо разговаривать. Ну, что ты не съел, малыш? Чеснок упал, кусочек. Понюхал и пошел. Ну, все хватаете на лету. Так, девочки, вот так. Чесночок. Так, яйца уже, я думаю, надо идти смывать. Малыш, лично ты... Так, все. Яйца сюда... У нас, девочки, борщ остался в соли. Живем. Девочки, сейчас попробую, уже двоих смотрела, лайфхак. Слышите? Яйца выдувают вареные. Сейчас я попробую, брехня или нет. Сейчас, я всегда всю правду говорю. Лучок прижарился, как грибочки стал. Коричневенький такой. Вот это будет вкусно. Мои родные. Сейчас попробуем, девчата. Бо один показывал, одна девка, потом вчера смотрю, уже другая, где-то наших годов. Девочки, вот тут разбивали, с этой стороны. Смотрите, вот так. И с этой.
Я вчера уже вечером аж хотела яйцо встать. Сварить и выдуть. Брехня, наверное, такая. Девочки, выпало, гляньте. Вы видите, девчата? Ой, девочки, выпало. Ой, сработало, девчата. А ну еще. Девочки, гляньте, как чистить яйца. Тут жопку отрыли. Теперь все будете пробовать, я уверена. Так. Ой, девчата. Ой, гляньте, сработало. Сейчас даже ты не пойду покажу. Ой, да не, не буду бежать, кушать хочет. Лёг полежать. Говорит, мамка, так кушать хочет. Я говорю, бегу, сыночка. Девочки, прикиньте, выдулося. Так. Вот это да, девчатка. Оно, наверное, чистится тогда легко, раз выдувается. Смотрите, тут сделала и тут. Дуешь сюда, вострее. А вот здесь ловишь, чтобы оно... А ну, я сюда. Ня. Девочки, выдулась. Кадры, девчата, гляньте. Ой, глаза на лоб лезут, но выдавливаются. Кто это будет делать, да, девочки? Дуреть вот это. Они, значит, и хорошо и чистятся. Так, поменьше дырочку сделаю, а тут побольше. Девочки, вы видите? Несбреханный лайфхак. Девочки, еще одно. Колупка. Ой. Вот это да, девчата. Вот это да. Хоть раз в жизни что-то не сбрыхали. Ну, дуть надо глазки, чтоб не лопнули. Ой. Мне кажется, когда яйца хорошо чистятся, они, конечно, выдуются. Если плохо, то балалайку, оно там прирастает корнями. Девочки, выдулось. Ой, как интересно. Видали, девчата? Последнее. Ну, наверное, почистила бы уже быстрее было. Так, все. Девочки, шестое. Опа! Готово! Работает, девчата. Кому интересно, дуйте. Ой, мне самой интересно. Я еще вечером, вчера-то смотрю, думаю, хоть бери-то встань два яйца, смотри, что попробовать, брешут или не брешут. Когда нет. Ой, девчата, насмешила я. Пускай остынут немножко. Сильно горячие. Сюда положу. Вот так. Ой, девочки, мне самой весело, что я вам показала такую красоту. Так, наверное, я белое не буду. Белое так поедим. А одну зелень ему сделаю. Я, девочки, никогда не делала плавленый сыр. Ну, я думаю, неплохо будет. Так, меленько покрышу. А я, девочки, колбасу ела с хлебом.
и помидор. Колбасу, я же вам говорила, в АТБ до пюрешки акция. Такая колбаска вкусная. Так и называется, до пюрешки. Была чи 104, чи 110, не помню, девочки, 100 с чем-то. Палочка, полкило. А сейчас 60. Очень вкусная колбаска. Без сала такая, знаете, с хлебушком, то, что надо покушать. Так я вот взяла, девочки, прямо взяла вот так вот батон с кульком, колбаску целую, палочку эту варенку, помидор помыла, нож взяла, солянку с солью, все в тарелочку, колбаску и это все сложила и пошла в спальню. Ноги на полу, сама подушки на стенку, столик же у меня, это в спаленке и поела. Ой, на нервной почве. Так, девчоночки. Все. Сухая яйца. Че давить-то, девочки, пока не остынут. Подавлю. А под майонез. Уже картошка почти готова. Так, что-то. От лука. Так, сейчас. Яйца в первую очередь. Вот вам и лайфхак, девочки. Сработал. Ой. Ой, девчатка. Вчера так во дворе позаметала хорошо. И шлангой смыла. Сейчас приехали открывать калитку. Оно все вот это опять в орехи. Ну, представляете, в этих... И полное дерево. В этих сережках ореховых. Пахнет хорошо. Майонез вот это. Взял бы уже хороший майонез. Я не посмотрела. Ну, какой взял, такой, значит, хочет, чтоб был. Похудел, девочки. Наверное, ну, за две недели килограмм на 7. 5 было. Это было, по-моему, в понедельник. Сказала, сейчас, вот это сейчас еще пару килограмм сбросил. Видно, оно сразу видно, когда худеет. Витя, кушать хочется. Ходит тоже, читает все кругом. Сколько калорий в том творожке, сколько в том. Ой, ну это жизнь, скажите. Хиба це життя. Как вот увезет, кто худенький, кушает много. Есть же таких полно людей, которых вот так вот. Они вот такие. В кого-то. Все родители полные, то обязательно в бабушку, в дедушку. Я мальчика встречала так. Он в дедушку. Говорит, у меня дедушка такой худой. Так, посолить картошечку. Уже можно. Хватит, я сейчас сырком буду посыпать, чтобы не пересолить, не дай бог. Так, все, девчатка. Сейчас еще чуть-чуть. Сейчас я попробую. Соли не надо сюда. Вот сыр соленый, майонез тоже. Чуть-чуть. Или не надо. Не надо. Оно так вкуснее. Какой-то такой вкусный, естественный вкус. Соль только перебьет. Девочки, знаете, лучка можно побольше. Оно вкусно. Я сейчас еще лука. Мы что, делаем салат, девочки, с лука, да?
из яйца просто. А тут еще и сырка. Тут лука, может, побольше надо. Еще столько же. И сейчас я посыплю лук и немножко присолю его. Ой, так вкусно, девочки. Вы знаете, вкуснее, наверное, чем с чесноком даже. Ой, вкуснятина. Ну, просто ж делаем, да, девочки, салат. Лук, яйцо, майонез, да? И начинка для пирожков. И так салатик. А тут еще и сырки плавленые, вкусненькие, сливочные. Так, то, что надо, сейчас покушает вкуснятину. Так, все, девчатки, сюда. А сейчас присолю. Что ж я вам закрываю тут майонезом этим всю картину. Сейчас чуть-чуть соли туда. Прям ромынку. Вот так. Хватит. Я пошла руку помою. Так противно, когда в соли. Так, девчонки. Все, мои дорогие, это закрыть, это передавить, и все. И бегу кормить детину свою. А сейчас он это все и съест. Вкусно так. Девочки, скажите, вкусно. Жареная картошечка. И вот это. И помидор. Сейчас я все ему на блюдо сложу. И понесу. Моей куколке родной. Так, девчоночки. Сейчас я ему так сделаю. Красивенько. Девочки, вот вам еще одно блюдо. Я думаю, это все любят. Тут только, девочки, один зубочек чеснока. Просто для чего-то я, как приправку, наверное. А так с луком, плавленый сырок. А что мы так? Ну, я так никогда не делала, только с яйцом. Так, это сюда. Картошку. Девочки, помидор. Самый большой моем помидор. Самый великий. Девин тут, осёвин. Вот это самый большой, да? Или какой? Они тут все такие здоровенные. О, вот этот лучше. Сейчас, девчонки. Так. Вот этот помидорчик. Девочки, вот этот помидорчик, смотрите. Сейчас картошечку. А да куда ему ее высыпать? Тарелки есть, интересно. А, есть тарелочки. Вот. Тарелочка. Сейчас, девчонки, помидор я так понесу. Сейчас жареная картошечка. Девчатки, давайте своим сынам и дочечкам, зятьям, невесточкам делайте. Нажарить картошки. И себе тоже, девчата. Гляньте, какая картошечка. Сначала лучок пожарила. Гляньте, какая красота. Я просто, девочки, это общую тарелку делаю. Там он сколько захочет, столько и покушает. Чтоб не говорили аппетиты. Бо кто на дитину скажет, прибью, где бы ни находились. На меня говорите, мать вас. Мать вас так, кто там хочет. Дети святое. Дети святое.
Любой ребенок для любой мамы. Да только козявка может какая-то что-то ляпнуть на детей. Оскорбить чьих-то детей. Боже, сохрани, девчата. Это такой грех. Вы сами знаете, правда? Это только что, у кого детей нету. И то, которые не захотели, могли иметь, но не захотели. Выбрали свою вольную жизнь. А те, конечно, которые не могли иметь. Господи, это не преступление. Так, девчатки. Как просила дитё, так и сделала. Сырок уже натертый. Вот чего нет насечек, девочки? Вот нету насечек. Я же еще не сумасшедшая, смотрите. Нету. Вы представляете? Делают такие сыры и ишу. Только с ножиком надо быть. Так, девчатки, посыпаю сырком. Я не знаю, что это за сыр. Наверное, специально на спагетти, вот так, да, на все посыпать. Я никогда не брала. Вот это он взял первый раз. Ну, он, я не знаю, он себе брал или нет, но я ни разу не брала. Видела. Хотя очень хорошо, гляньте. Да, не надо тереть. Уже и пахнет. Ой, я не знаю даже, что за сыр. Не написано, что. Вот такой. Так, все, девочки. Вот это моему ребенку сейчас обед. Вот это, гляньте, вкуснятина. Салатик, яйцо, лучок. И сырки плавленые с майонезиком. И вот такой классный розовый помидор. Вкусняк? Будьте здоровы. Готовьте своим деткам, внукам. Пожалуйста. Я вас умоляю. Спасибо за внимание, девочки. Будьте здоровы.